Реконструкция спортивной инфраструктуры и проработка программы культурных событий идут параллельно. Ульяновская область готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Напомним, Симбирский край входит в число регионов-кандидатов, где расположится тренировочная база команд-участниц чемпионата мира. В начале января 2017 года Оргкомитет России-2018 из 64 претендентов утвердит список из 32 субъектов. По мнению специалистов, шанс Ульяновской области попасть в число тренировочных баз более 90%. С этой целью и проводит масштабную реконструкцию стадиона «Труд», главной арены региона. В первую очередь, это футбольное поле, подготовка его. Это система дренажа, система автополива, система подогрева, инженерные сети. Плюс мы будем строить две дополнительные раздевалки, каждая по 400 квадратных метров, куда будут входить и разминочные зоны, и тренажерные залы, и массажные кабинеты, и медицинские кабинеты. Одними тренировками футболистов-участников чемпионат мира в Ульяновской области не ограничится. Организаторы приглашают и болельщиков. И здесь в помощь выгодное географическое положение региона. До Казани, Самары и Саранска, где пройдут матчи Мундиаля, рукой подать. А значит, жить в Ульяновске и ездить на матчи в соседние регионы будет весьма практично. Любой желающий, иностранец или россиянин, который имеет билеты на матчи своей команды, да, за которую болеет, может разместиться в Ульяновске и спокойно один раз съездить, посмотреть на матч в Казань, приехать спокойно здесь, принять участие в спортивных, культурных, туристических программах, которые мы подготовили. Этих околофутбольных мероприятий будет множество. Главное из них – всероссийские пляжные игры. Для их проведения задействуют центральный пляж Ульяновска, где также планируют провести грандиозную реконструкцию. В программе игр состязания как минимум по 10 видам спорта. В ближайшее время календарь мероприятий отправят на утверждение Минспорта России и Оргкомитет «Россия-2018». Михаил Сашанский, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.